Прощай, Амброзия. Программу с таким названием сейчас разрабатывают в Горсовете. За пример взят опыт Соединенных Штатов, где эту аллергенную траву истребили полностью. Главные этапы – создание карты Амброзии и выведение биологических пестицидов – жучков, которые уничтожат корни вредного растения. Процесс не быстрый, но при правильном подходе от ежегодных сезонных мучений избавятся тысячи аллергиков.